Наташа, доброе утро. Доброе утро. Павел Васильевич, отдыхайте. Это абзор в имени Патрис, Филин, Спиритус, Санкт, Амин. Пускай тебе грехи твои. Мама, Гошка, иди сюда скорей. Мама, Гошка, к нам Ольга Макаровна идет, я серьезно. Правда что? Ну? Мама! Мам! Мама, бросай свое рукоделие, Ольга Макаровна сейчас поднимется. А ты здесь со своей бахромой. Давай быстрее, мам! Мам, ну я прошу тебя! И фальшивые деньги рисую. Или уж надомная работа не работа вам? А ты-то чего здесь? Ну, может, она с Курганским институтом связалась? Я же здесь лицо заинтересованное. Лицо заинтересованное. Связалась уже, связалась. Очередь льготная, вызов прислали. Такое для нас дело. По гроб жизни обязаны буду. Но, может, раньше до осени примут? Коль, не зарывайся. Другие-то вон по много лет ждут. Родственники, не суетитесь. Наташка, наверное, телеграмму прислала или позвонила, не надо волны. Садитесь. Садитесь, Ольга Макаровна. Ни разу у нас еще не чаевничали. Нет, нет. Гош, нет. Чайник быстренько поставь. Хорошо, не надо, Игорь. Я на минутку. Ну вот опять на минутку. Как-то не по-соседски, не по-родственному. У меня 17 вызовов, Мария Сергеевна, так что я еле-еле успеваю на прием. Жаль, Геннадия Петровича нет. Геннадий Петрович теперь все время на работе. Дом только отсыпается. Совмещенку разрешили ему. Так что вот, с деньгами теперь полегче будет. Ну, мама. Что?
Что, мам, что, мам? Я-то при своей надомной работе много ли получаю? Когда 70, когда 80? А ведь три мужика в доме, это три мужика. Да вот, с Коленькой в курган на сколько надо ехать? Вы как думаете, позволит мне там нянечкой какой уборщицей подработать? Угол-то я найду, это я устроюсь. Подработать бы дали. Ну, конечно, дадут, Мария Сергеевна, обязательно. Игорь тоже пока каникулы от какой-то там конторы на свадьбах играет. Тоже копейка. Бюджет семьи, так сказать, будущий. Мама, ну что ты растарахтелась со своими копейками? Человек пришел, а ты рта не даешь раскрыть. Вот, вы видите, как он со мной разговаривает? При отце-то остерегается так на мать голос повышать. Вы знаете, я вообще пришла сказать, это, конечно, дело Игоря и Наташи, но... Вы, Мария Сергеевна, и ты, Игорь, обязательно передайте Геннадию Петровичу. Вы должны знать, обстоятельства в нашей семье некоторым образом изменились. Ну так что же? Обстоятельства. Обстоятельства, они всегда меняются. Мать, ну можешь ты помолчать хоть секунду? Молчу, молчу, молчу. Наташа еще не знает. Но с квартиры... С квартиры, видимо, мы в скором времени переедем совсем. И тех условий для ребят, которые сейчас, уже не будет. Юрия Степановича... Юрия Степановича с работы сняли. Вот. Так что, что будет в дальнейшем, смутно представляется. Да. Ах, несчастье-то какое. А я-то, дура, думала, что снимать давно кончили. Беда какая. А вы не казнитесь. Ольга Макаровна, не казнитесь. Не казнитесь. Рук до голов везде не хватает. С одного места сняли, на другое поставят. У вас же все здоровы. Ну вот. Ну. Ну. Так и плюйте на все эти обстоятельства. Конечно, ребяткам теперь потруднее будет, чем мы думали. Ну ничего, их дело молодое. Устроится. Не Варя. Не Варя. Так вот, Геннадию Петровичу квартиру дадут скоро. Очередь подходит. Годика через два обещали. Точно. Ну, а ты что скажешь? Я же не на Юрия Степановича женюсь. И молодец, что не на Юрия Степановича. Правильно я говорю? Правильно. Вот. До свидания, Игорь. А Наташа скоро приедет? Да на днях собиралась скоро. Ты не бойся. Ольга Макаровна, а я не боюсь. И вообще, почему все меня убеждают, что я должен бояться? Кого я должен бояться? Невесту свою, что ли? До свидания, Игорюк. До свидания, Ольга Макаровна. И за работу. Ага. Ага.
мучения человека с претензиями. Гоша, ты чего? Не горячись, Гоша. Пошел ты. Ты чего? Куда? Ну чего ты опять? Да я все думаю, прикидываю, Гошка. Это же так хорошо, это же прекрасно. Ты представляешь, как это здорово? А тебе что, сон приснился? Да нет, что ты, Гошка, здорово, не понимаешь. Ведь вы с Наташей, когда поженитесь, здесь поселитесь, правильно? Да так и мама сказала. Ну, вы с мамой стратеги. Что она еще сказала? Ну, она говорит, я возьму раскладушку и перейду на кухню. А вы с Наташей здесь, комната вам, а осенью я вообще на 100 месяцев в курган уеду и вернусь уже на своих двоих. А вы с Наташей здесь. Ну, точно бред. Сейчас отца разбудишь, он тебе мозги вправит. Или, может, влюблен в нее? Конечно, влюблен. Издалека, конечно. Да ты не волнуйся, Игорек, не отобью. Ну, спасибо, сэр. Пожалуйста, сэр. Ладно, давай спать. Я влюблен с 4-го этажа. Ведь Наташа, она такая. И вообще, что мне остается делать, как не любить? Хороший ты человечек, Коленька. Только все не так просто в этой жизни. С 4-го этажа. Да просто все, Гошка. Просто. Вот вы на улицах в транспорте толкаетесь и ничего не понимаете, а я дома лежу и все знаю. Все просто и хорошо, все просто, просто. Счастливо, дочка. До свидания. Моих, разумеется, нет? Отец, Наташенька, на работу устраивается. Кажется, ушел. На какую работу? На такую, Наташенька, работу, обыкновенную. Его же сняли с начальников. Скоро будете съезжать. Алло. Это поликлиника детская? Мне срочно Ипатова нужна, Ольга Макаровна. Нет, она сама просила меня позвонить. Она ждет моего звонка. Привет, по-настоящему. Привет, доченька. Дочура. Привет. Привет. Наташа?
Ты же ушел? Я вернулся. Черным ходом вернулся. Документик один забыл. Я ее боюсь иногда. Кого? Лифтершу. А у нас тут без тебя кое-какие перемены малоприятные. Здравствуй, доченька. Папочка! Ну. Ну за что они тебя так, пап? Пап, ты жаловался, пап? У тебя же награды, пап. Ты жаловался, пап? А Юрий Антонович, он знает? Он знает и не помог, пап. Ну не молчи же, объясни. Ну, дочур, ну будет. Не надо, всякое бывает. Выкарабкаемся. Ну, не огорчайся, дочура. Папа. Папочка, ты же сам на себя не похож. Костюм парадный, а не похож. Ну что ж ты, бедный, натворил? К сожалению, я не творил. Я не творил, а рос. Вот. Но оказалось, что в процессе роста делал не дела, а деяния. Чувствуешь разницу? Ты ведь филолог, делая деяния. Мне это все самому страшно любопытно. И куда же тебя перевели? А, никуда. Когда ты родилась, я ведь здесь, на нашем заводе работал. Вот туда иду. Согласно диплома. Согласно диплома, это понятно. Угу. Ну, может, ты все-таки расскажешь, что конкретно произошло? Сейчас некогда, дочура. Меня в 11 в бюро пропусков ждут. А ты давай отдыхай с дороги-то. Вечером поговорим. Ну? Доча, ну, здравствуй. Здравствуй, мама. Здравствуй, мой хороший. Ну что, хорошо отдохнула? Прекрасно. Ой, загорела как, да? Показать контраст? Нет, нет, не надо. Я верю. А мне чему верить прикажешь?
этому разгрому? Кто? Я такая теперь. Ну как кто? Ты? Ты дочка наша, любимая дочка. А дальше? Наташа. Что дальше? Дальше, мамочка, не отвечай вопросом на вопрос. Мы среди людей живем. Кто я для людей теперь такая? Ну как ты? Ты какая была, такая стала. Тебе ничто не касается, Наташа. Нет, мамочка, я другая. Я еще не знаю, какая точно, мамочка. Но другая, понимаешь? Достоинство другого. Улавливаешь? Ты погоди. После сессии одна доченька уехала, вернулась. А ей старая сплетница в подъезде говорит, ты другая. Я не понимаю, Наташа, что ты называешь достоинством? Мамочка, то, что называют достоинством, другие, понимаешь? То, что в анкетах пишут. Пишут о социальном происхождении, а думают о социальном положении. Мамочка, только не делай недоуменного лица. Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю? Ты понимаешь, о чем я говорю, мама? Я не понимаю, тихо, тихо, тихо. Мне страшно. Успокойся. Ну, чего ты? Ну, чего ты испугалась, глупенькая? Ну, тихо, тихо. Где мне теперь бывать? Ну, тихо. Кому мне теперь звонить? Мамочка, ну почему ты молчишь, мамочка? Кому я теперь нужна? Успокойся, успокойся, у тебя истерика. У тебя истерика, тебя просто огорушили ни с того, ни с сего, а ты глупенькая придумала. Бог знает что, наивная и глупая. Ну, перестань. Доча, Наташ, Наташ, у нас же никто не умер, правда? Ну, правда? Ну... А в жизни знаешь, как много тяжелых минут? У тебя это просто в первый раз. И совсем не самое страшное. Ты у меня умница, я тебе все объясню. Ты у меня умница, сессию на дни пятерки сдала, правда? Хочешь, я тебе ванну хвойную сделаю? Хочешь, а? Да. Дочь, вот, умница. Умница. Отдохнешь, успокоишься. А то, представляешь, папа тебя в таком состоянии увидит. Ему и так не сладко. Да? Угу. Ты все поймешь, дочь. Все поймешь. Ты у меня умница. Умница моя хорошая. Хорошая моя. Друг сердечный, таракан запечный. О, и грянул гром, и боги спустились с Олимпа. Здравствуй, Володя. Будь здоров, как корова, плодовита, как свинья. А тебя как величать? Выдающимся деятелем Юрий Степановичем? Или можно, короче, Юрок? Ты знаешь, бывших экс-богов можно вообще никак не величать. А ты что так высоко забрался? Ты ведь вроде раньше вот... Там вот, растем. А, ну да. Я даже запыхался, пока вскарабкался. Да что? Да, ну садись, раз запыхался. Да. И не довернешься бьют, и перевернешься бьют, да? Значит, я зря переживаю, что выше не поднялся, даже до начальника цеха не дотянул. Сорока ворона кашу варила, этому дала, а этому шиш на голову. Галина Павловна, а что у вас там за толчья на третьем модуле? Опять в программе сбой. Так, а кто там? Рижане возятся. Ясно. Они пусть наших не подпускайте. Ну, садись. Спасибо, спасибо. Садись, Ирок, отдышись, раз запыхался. Я постою. Эх, в былые времена, кабы чарочка венца, два стаканчика певца на закуску пирожка для потешки девушка, вот тогда бы я тебя порасспросил, и тогда бы мне порассказал. О чем? Ну, тому виднее, у кого нос длиннее. О чем может спрашивать дремучий сельский зритель заезжего гастролера? Каково у вас там? На подмостках? Да пыль там столбом. Да что ты? Пылесосы включены на полную катушку. А я сейчас у директора был. На предмет? На работу просился. К нам. К вам? Ишь ты.
Лихо. Челентано. Ой, можно бы про эту песню спеть, да чтоб кого по уху не задеть. А ты знаешь, Юрочка, я бы в интересах производства тебя бы и на участок-то не поставил. А мы и не рвались. Да, кстати, в дирекции максимум лояльности проявили. Национальная особенность работала. Это которая? Костерят, хают за глаза, как свалят, жалко сразу. Так вот, они мне и пятый, и десятый предлагали, но мне это виднее. Одно забыл, другому не научился. Опоздал, время прошло. Словом, по экономике пойду. В цех ширпотреба. Вот так, Володя. Сам понял, не сдюжу. Вот так вот. Что-то руки трясутся. По похмелье без вина. Да, чудак-покойник. Умер во вторник, в среду хоронить, а он в окошко глядит. Ничего, Юрок. Главное, на дистанцию по новой становись. А там второе дыхание откроется. Закрутишься, затянешься. Вот тебе сказка, а мне бубликов вязка. Да, только матом сейчас ругать не разрешают. А я никогда и не практиковал. Ой, ли? Честное слово. А у меня другие сведения? Или ты наших боссов без матюгов того? А то они ведь розовенькие из твоего управления возвращались и за нас брались. И все с чувством глубокого удовлетворения. Ну, ладно, Юрий Степанович, сейчас селекторная закончится, и, может, по коктейлю вдарим? Фруктовым, разумеется. Спасибо, Володя. За что? За юмор твой. Ты знаешь, он у тебя с каким-то терапевтическим эффектом. Да, петь бы еще, да на животе тащу. Жена, представь, почему-то другого мнения придерживается. Почему? Ну, по поводу юмора и по поводу всего остального. Наташка, ну здравствуй. Как ты меня нашла? Наташка, ну я тебя спрашиваю. Я позвонила, а Коленька сказал, как найти эту забегаловку. Коленька знает даже те маршруты, по которым никогда не ходил. Давай пройдем, столик организую. Наташа. Какая-то ты с юга, а такая? Так ведь обдали меня, Игорек, ледяной водой. Ты об отце? Ну, жалко мужика.
А у нас с тобой ничего не изменилось? Ты серьезно? Вполне. Мои предлагают комнату. Это, конечно, не твои хоромы, но все-таки. Коленька номер два. Описываешь нехоженую дорогу? Разве это так плохо? Да многие мечтают о комнате. Ну, конечно. Мечтают жить в 10 метрах на стипендию, психовать друг на друга. Мечтают копейки считать. Мечтают выслушивать сердобольные тирады свекрови на кухне, копить озлобление. А потом мечтают возненавидеть друг друга, через полгода ожидая ребенка. Ничего себе перспективочка. Наташа, у тебя появился кто-то? Дурачок. Игорь. Я много думала и поняла, что впервые вынуждена без эмоций всяких все рассчитать заново. Но нам-то с тобой надо как-то жить. Так не надо. Наташа, ну Игорь, послушай. Я ничего не знаю. Я просто ушла из дома. Там дух больной, обреченный воздух. Перевернулось все. Перевернулась. И не обижайся, Игорь. Но 27-го свадьбы, наверное, не будет. Но пока не будет, Игорь. Это нечестно. Жениться в такой ситуации. Мне и так тяжело, Довое. А тут еще мать заставила лекарство пить какое-то, голова тяжелая. Ну иди. Тебя халтура ждет. Значит, все. Конец любви. Гошенька, ну разве в этом дело? Люблю, не люблю. Детский сад какой-то. А в чем? Да в том, что теперь мы должны думать, как именно нам любить. Ну на каком уровне, если хочешь? В ночном подъезде, говорят, тоже любят. Ну тогда я ничего не понимаю, Наташа. Ты все прекрасно понимаешь. И дома у себя психуешь, обстановка для тебя не та. А меня тянешь комнату, комнату. Значит так, я тебе просто передал предложение родителей. Спасибо, учту. Иди. Игорь. Ну что еще? Я завтра на дачу собираюсь. Надо забрать мелочи кое-какие. Ты сможешь со мной? Завтра? Угу. В любое время. Я завтра свободен. Побойтесь Бога, вы сами цены назначали, мы всегда брали не торгуясь, а теперь в три раза дешевле, ну. Олечка, голубушка, цены не мои, вы понимаете? Я посредником была, между прочим, услугу оказывала, прекрасно это понимаешь. За сколько мне хозяин говорил, я тебе за столько и отдавала. И как вы не боитесь? Откуда ты знаешь, боюсь я или не боюсь? Боюсь. Между прочим, своими трудами живу. Между прочим, нелегкими. И под постановлением хожу. Натулечка! Ой, господи, боже мой! Все, все, ухожу. Может, еще и свидимся. На одно такси. Страшный разор. За остальным завтра приеду. Или, может, не заезжать? Завтра, завтра. Созвонимся. Хорошо. Вот гнида, ты представляешь? Ой, Наташенька, а я не слышал, как ты пришла.
Добрый вечер, папа. Добрый вечер. Что же вы раньше не замечали, кто такая Инга? Да ну ее, говорить о всякой неохота. Сейчас неохота. Ты встретился на заводе? С кем? С кем должен был встретиться. А, ну конечно. Юрочка, я пойду приготовлю ужин. Ладно. На меня не рассчитывай, спать буду. А может... Спасибо, мама, ты меня уже накормила транквилизаторами. Спокойной ночи. Мамочка, а что это вы с папой за аукцион с вещами устроили? Деньги нужны. На отца сделан огромный начет. То есть как? Ну, как бы тебе это объяснить? Просто он должен вернуть в бухгалтерию определенную сумму. Которую украл? Да бог с тобой. Просто... Отец санкционировал не совсем законный ряд выплат в интересах дела, без малейшей корысти. Ясно. А что, у папы на книжке денег нет? 640 рублей оказалось. Почему? Что почему? Почему так мало? А я не знаю. Знаешь, я никогда не считала для себя возможным вникать в финансовые дела отца. Благородно вы жили. Я не понимаю твоей иронии. Это не ирония. Это сарказм. Защитная реакция организма. Дело-то ведь не поможет, если я буду рвать волосы на голове. Да, не поможешь. Спокойной ночи, мама. Спокойной ночи. Подъем! 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 Ой, только не делай новых глупостей. Надо же, целый список составил. Сначала давал кому ни попадя, а теперь... Унижаться, требовать. Ты это умеешь? Нет. Я тоже не умею. У кого совесть есть, сами отдадут. Но тот же Георгий Георгиевич... Ну, не хватало еще его теребить. Оля, Георгий достаточно близкий, наш друг. Правильно, и Наташин педагог. Знаешь что, давай-ка теперь стратегию твоего поведения буду я определять. Слишком долго я от этого самоустранялась. Тебе к которому часу на завод? К 9 договорились. С жильем все не решат. Замечательно. Хватит валяться. Подъем. Ой, Наташка, наверное, уже ванну освободила. Ты дала отбой? Угу. Ни о какой свадьбе быть речи не может. Жить нет, нищета. Ну, Игорь такой замечательный мальчик. Таких теперь не найдешь. Столько лет за тобой ухаживал. Мне по хозяйству помогал. Мамочка, ну при чем здесь какой Игорь? При чем здесь твое хозяйство? Погоди. Страховой полис. Не хотела тебе говорить. Хотела сделать сюрприз. Свадебный подарок. Свадебная страховка.
личный подарок. Мне. Тебе? Ипатова Наталья Юрьевна, 5000. 5000 это немало. В нашем положении это очень много. Это честно заработанные деньги, скопленные за много лет. 3000, конечно, пойдет на погашение отцовского долга. Так он избавится от своего начета. А 2000 я планировала вам подарить. Спасибо. Это меняет дело. Это меняет дело. Быстро звони Игорьку. Я позвоню. Позвони сейчас. Мамочка, командуй отцом. Меня пока из института не отчислили. Наталья, последи за своим тоном. Хорошо, мамуль. Послежу. Усилий. Теперь только на следующий можно выйти. Ну а куда же ты смотрел, когда мы садились? До ближайшей электрички 50 минут. Перерыв попали. Быстрее пешком доберемся. Пошли пешком, полезно. И что же, в этом чертовом пансионате к тебе никто не приставал? А почему это вдруг пансионат стал чертовым? Ну а какой же он еще? Я так давно тебя не видел. Ну, если бы я тебя взяла с собой, ты бы потом рассказывал, упиваясь друзьям, об обстановке в номере, о сервисе, да? Да. Красивую жизнь ценю, ибо устал от некрасивой. И все-таки ты уклоняешься от вопроса. Какого? Ну, по поводу... Соискателей хватало. И кто же победил в турнире? Победила дружба. Игорек, ты бы избавился от этой плебейской привычки ревновать. По-моему, ты меня давно знаешь, у меня не стоит проблема, над которой бьется телепередача до 16 и старше. А над какой проблемой бьется телепередача до 16 и старше? Грубо говоря, куда и с кем пойти. И что лучше, клуб или дискотека? А окружающие мне неинтересны. Одни папенькины, маменькины, сынки и доченьки, и жены. Ну и серьезный ты человек, Наташка. Аж страшно становится. Я человек разумный. Наташка, а почему ты согласилась стать моей женой? Ну, согласилась же, разве тебе этого мало? Нет, ну почему? Ну, во-первых, я давно тебя знаю. По сути, ты человек надежный. Это раз. Ты мужик, это два. Не будем тратить время на ссоры и на примирение. В-третьих, ты любишь меня. Но я знаю, чего ты хочешь сейчас и будешь хотеть потом. Достаточно? Смутная какая-то арифметика, Наташа. Наоборот, ясная. Только теперь мои соображения летят далеко-далеко из-за папки. Устроила жизнь игрушку. Не понял, как игрушку? Литературно говоря, голодное послевоенное поколение, трудное детство, становление личности в суровой борьбе за место под солнцем. Вот он отвоевал это подобие власти. Такого ведь и не снилось. А тут машину товарища Ипатова к подъезду, знай наших. Смешно. О чем думал, на что рассчитывал? В итоге не в сбережении кот наплакал. 600 рублей. Ничего себе кот наплакал. Больше 500 все-таки. А вот. Почти 12000. Раскидано по знакомым и незнакомым. Слушай, а ты знаешь, кто это?
Какая разница? Да ты что, это же наша знаменитость, на всех магнитофонах накручен. Вот это да. И папаша туда же. Натура щедрая, широкая, надо, не надо, гуляй, Юрочка, даже с молодежными кумирами. А с друзьями детство вспоминает, как мерзлую картошку ел. А матушка интеллигентно закрывает на все глаза. Глупо как все. Наташ, ну что ты завелась-то? Да отстань ты. Этого еще не хватало у Киреевых гостей. Ну и что, музычку послушаем, у них всегда свежие диски. Слушай, если сам не понимаешь, ты хотя бы не лезь. Мне не нужны злорадные соболезнования. Пойдем кругом. Есть? Надо. А в дом не пойдем? А дом теперь не мой, отрезан. А родители шмотки заберут. Все. Ух ты! Бриллианты, что ли? Настоящие? Отец 2 года назад подарил. Матушка ничего не знает, с тех пор и лежит. А отец наверняка не помнит, когда дарил. Под датой был. Теперь пригодятся. Ну и что же нам светит жильем, папочка? Не густо, дочура. Доча. Дочура. 2 комнаты в заводском доме для семейных. Временно, конечно. Временно. Ну, разумеется. Прекрасно, временно. Вас с мамой послушать, так нам 2 века предстоит жить. Перестань, Наташа. Чтоб там ни было, так разговаривать со мной ты не имеешь права. Как, папочка? Издевательски. Вот глупости, тебе показалось. Ну, разве может дочка издеваться над отцом-неудачником? Это ты, Наташа, называешь меня неудачником? Ты? Я? Удачливые люди продумывают и доводят игру до конца. А тебя вышибли. Взялся и не смог. Что ты несешь? Правду? Вы же с мамой всю жизнь от меня требовали одну только правду. Да какую правду ты можешь знать и понимать? Папочка, правда одна. У нас в институте на филфаке проходят теорию драмы. Понимаешь, папочка? Мы изучаем пружины, которые двигают героями. Наташенька, прошу тебя, не надо сейчас так разговаривать со мной. Ты не судья, дочка, не следователь. Ты мой самый близкий, кроме матери, человек. А я сам прекрасно знаю, как виноват и в чем виноват. И не суди, дочка, не надо этого сейчас. И раз ты такая образованная, начитанная, раз вы что-то там проходите, то... Почувствуй хотя бы мое состояние. Почувствуй, что происходит со мной. Муторно, Наташенька, больно. А я чувствую. Ты слабым оказался. Жалко. Да откуда же такая глухота? Только не надо, короля Лира. Ты, Альхин. И это, к сожалению, тоже правда. Кто я? Голубой воришка, которого шлепнули по руке. Из 12 стульев, помнишь? Начальник богадельни.
Альхин. Ни в чем не отказывали. Да и требовала она вроде умеренно. По-здравому. Да не требовала практически. Я уважал ее за это. За то, что не зажирается. И вдруг такая реакция. Это все понятно. Она просто не привыкла лишаться. Вот реагирует заостренно. Все пройдет, вот увидишь. Какой разы переболеет и снова здорова. Тебе, как практикующему врачу, виднее. Вот именно. Давай спать, а? Завтра день тяжелый. Спокойной ночи. Спокойной ночи. О. Значит, у вас именно свадебная страховка, да? Именно свадебная. Ну, прекрасно. Так что вы волнуетесь? Вы получите свои деньги сразу после регистрации брака. А получит тот, кто страховал меня, или получу я? Нет. Тот, кто вносил взнос, денег, к сожалению, не получает. Деньги получает брачующийся. Значит, я? Значит, вы, если вы выходите замуж. А если не выхожу? Тогда, к сожалению, вы ничего не получаете. То есть вы получили бы деньги, если бы была застрахована просто ваша жизнь. То есть с детства, понимаете? А в данном случае, в конкретном, имеет значение именно брак. Угу. А если я вообще не хочу выходить замуж? А почему? Это же противоестественно. Вот. Это во-первых. А во-вторых, вы все равно получите свои 5000. Не выходя замуж, но по достижению 25-летнего возраста. Вам, извините, сейчас сколько? 20. Какой прекрасный возраст. Еще не сделано столько ошибок. Да, но разве вы предпочитаете свободную любовь, крепкой ячейке и живым деньгам? Зачем вам это? Вас это устраивает? Не устраивает. А в чем дело? Идите, бегите, брачуйтесь. Честное слово, елки-палки. В чем дело? Что за сомнения? Это действует даже против интересов собственной фирмы. Спасибо. До свидания. До свидания. Приходите еще. Непременно. Жду. Алло, Игорь, ты не спал? Понятно. В общем так, мне нужно, чтобы ты взял талоны. Да, в салон для новобрачных. И деньги отложенные. Нет, все будет так, как я назначила. Да, я решила. Игорь, это не телефонный разговор. Давай с тобой встретимся минут через 40 около салона. Нет, Игорь, давай лучше через час. Я по дороге в институт загляну. Но пока. Членом ученого совета представляется соискатель степени кандидата филологических наук. Защита у нас и потом. Прошу, товарищ Георгий соискатель. Георгий Георгиевич, позовите. Вам слово. Никак не могу. У нас диссертант приезжий, не наш. Тогда передайте, пожалуйста, ему записку. Нельзя нам обойтись и без такого дела творчества Александра Петровича и его сонеты. Я думаю, у всех на устах эти замечательные строки. Когда вступал я в свет, вступив в него вопил, как рос в младенчестве влекомый к добру нраву, со плачем променял младенческую забаву, растя был отроком, наукой мучим был. Возрос, познал себя, влюблялся и любил, и часто я вкушал любовную отраву. Я в мужестве хотел иметь и честь, и славу.
Значит так, тебе нужны приличные туфли, пару сорочек и, главное, костюм. Только не черный, лучше комбинированный. Не светленький, а пиджак темный. Как скажете, мисс. А вам что будем покупать? А мне ничего не надо, у меня все есть. Спасибо, хоть мои вещи не тронули. Кто? Родители. Они шмотки за гроши продают. Наташка, ну должен же я тебе что-то подарить. Подаришь наличные? Кстати, после свадьбы у нас будет 5000, это не считая продажи кольца. Слушай, откуда такие деньжища? Мать застраховала, за всю мою жизнь набралось. Им дают 2 комнаты в заводском доме. Только уж лучше поезжали совсем, чего позориться. Папе предложили другой город с квартирой, а он отказался. Глупит, глупит папочка. Слушай, а где здесь обувь-то? Не знаю, там, наверное. Так пошли мерить? Пошли. Мне надо прописаться у вас. Получится 5 человек на 24 квадратных метра. И сразу же надо вступать в кооператив. Мне помогут по старой памяти. Да и все права у нас будут. Главное сейчас отделиться. От всех отделиться. Вот эту пару померяй. Да ты что, 60 рублей. Ну, за 40-ник есть гораздо лучше. Качество кожи совсем другое. Мери, не мелочись. Наташ, а ты не торопишься? Ну, с отделениями этими, с кооперативом. Нет, не тороплюсь. Надо все начинать с нуля. И самой. А денег хватит не только на первый взнос, но и на несколько лет квартиру оплатить. Главное, это своя крыша над головой. А мебель родители дадут, не потащат же они в общагу. Да и мои старики скоро должны получить квартиру. Ну что твои старики? Эту ведь они тебе не оставят. Да и старики твои не старики, у них Коленька. Разведемся, вот тогда к нему уйдешь. Здравствуйте, Наташенька. Приплыли. Шучу. Поженимся, там видно будет. Надо самостоятельно жить начинать. Туфли не жмут. Отец теперь не поднимется, это точно. Значит, расчет только на себя. Чтобы даже забыли, что я Ипатова. Гребенькова я. Туфли не жмут, я спрашиваю. Нет. Ну тогда выписывай, чего рассиживаться. Да, и вот что, Игорек, отзвони своим приглашенным и скажи, что ресторана не будет. Ну, Наташ, это совсем уж как-то не по-людски. Игорек, тебя что, не тошнит после твоих халтурок и подобных свадеб? Исчезла такая возможность. Устрой заранее мальчишника, не будем спорить, договорились? Ладно. Тогда поезжай. А ты? А мне нужно в институт встретиться с Георгием Георгиевичем. Пока. Ничего не понимаю. Какой петух клюнул Наташу? Ни с того ни с сего переводиться на заочное отделение тебе с блестящей успеваемостью. Когда ты это придумал? Сегодня. Молниеносно с ума сошла. А как родители? А что родители? Ну, как они отнеслись к твоей безумной затее? Ну, а при чем здесь родители? Это же я решила. Ну, знаешь ли. Ну, почему? Объясни. Георгий Георгиевич, вас что-то волнует? Я все-таки тебя от рождения знаю. Ты даже мне однажды костюм обмочил, в то время единственный. Так я же выросла. Я перестраиваюсь, сейчас все перестраиваются. Мне на жизнь нужно зарабатывать самой. И не через 3 года, а завтра. И каким образом? А вот об этом я хотела попросить вас. Ну? Журчин, зампред телекомитета. Вы с ним когда-то учили в школе. Он ваш старый приятель. Ну, было дело. Половина телевизионщиков и родителей из этих аудиторий. Так помогите мне устроиться в штат, в молодежную редакцию или в Ледраму. Ничего, что будет маленький заработок. Для начала хватит. Мне главное зацепиться. А в деле я себя проявлю. Ну, Наташенька, нынче не так просто. Сразу в штат. А вы не волнуйтесь. С 27-го у меня будет новая фамилия. Гребенькова. Запишите на память. Знаю отлично Игорька Гребенькова. Но дело-то не в нем. Дело в фамилии. Социальный статус совсем иной. Улавливаете разницу? Ты так легко отбрасываешь фамилию. Почему отбрасываю? Закон на меня.
Я не хочу быть папенькиной дочкой. А такое желание должно приветствоваться. Есть какие-то проблемы? Ну, знаешь, Журчин закрутить может. Отказать просто. Ты же в такую организацию сразу рвешься. Понимаю, понимаю. А вы постарайтесь, Георгий Георгиевич. Я для вас все время старалась. Это когда? А помните, когда вы поздно вечером позвонили из Клайпеды? Вы тогда с Ниной Осиповной отдыхали с кафедры общественных наук. Якобы на заседании, помните? Так вот, утром отец не мог, и деньги телеграфировала я. 500 рублей. А вечером пришла ваша жена, Нина Викторовна. Пила с матушкой чай и жаловалась на то, как вы часто болеете после каждой командировки, как вас гоняет хвост в гриву на заседании. А мамочка кивала головой. Нет, но эти воспоминания к нашему разговору никакого отношения не имеют. У тебя, кажется, в газетах публикации были. Да, одиночек, две рецензии и заметки. Так принеси вырезки, они мне понадобятся в разговоре с Журчиным. Спасибо, Георгий Георгиевич. Вы новую фамилию запомнили? Запомнил. Мы договорились? Договорились. До свидания. Пожалуйста, могу я видеть Александра Михайловича? Так не видели. Разве вы его не видели? Простите, а кто вы? А вы кто? Я никто, я по делу. Ну, я тоже никто. Ну, подождите. Ой, раз по делу. Здравствуйте, Александр Михайлович. Привет. Ты с кем, девочка? Я одна. Одна? Смелая. Настя сказала, ты по делу. Я концертов не даю. Ты знаешь, кризис, извини. А я не по поводу концертов. Это уже интересно. Уже интересно. Я дочь Юрия Степановича Ипатова. Ипатова, Ипатова, помните? Ипатова. Это дача в Поклевке? Была в Поклевке. Поминаю. Подождите, почему была? Видите ли, у него тоже кризис. У чиновника кризис. Это еще интереснее, еще интереснее. Это сейчас модно. Но не кризис, а материальные затруднения. Ему самому неловко, вот. Неловко. Значит, на дачу меня по ночам возить было ловко. А теперь неловко. Метаморфоза не находит. Ему правда очень нужны деньги. Всем нужны деньги. Саш, тебя к телефону. Подождут или перезвонят. Значит так, во-первых, эти деньги он мне дал сам. Во-вторых, они мной, ну, по здравой логике заработаны. И в-третьих, я же сказал, что отдам. Ну, когда смогу. Ну, может, можете сейчас? Сейчас. Эти мне современные меценаты. Нет, если вы не можете, я приду в другой раз. А вас так необычно. Это что же именно? Ну? А один мой приятель заслушивается вашими записями. Кстати, вдруг он вам пригодится? Может, талант? 20 кассет у меня этих талантливых приятелей. Кому он пригодится? Вам и вашей группе. Какой группе? Я же сказал, не даю концертов. Не даю концертов. Все. А... Подожди. Сколько?
Так, граждане, деньги на стол, от кредитора надо избавиться. Кто сколько может. Как только... На, возьми. Не жалко. Детей. А в чем дело-то? Да девчонку послали, как только не жалко. Вот тут все. Не волнуйтесь, давайте сумочку. Александр Михайлович, можно в другой раз? Можно, но не нужно. Знаете что, дети в роли кредиторов, в общем, до свидания. До свидания, до свидания. Прощайте. И передайте мой привет родителю. Надеюсь, он не совсем еще лопнул. Представительный мужчина. Тут все в порядке. В подъезде пересчитаете. До свидания. Поклон семье! Вот мчится тройка удалая, вдоль по дорожке столбовой, и колокольчик дорвал дая, звенит уныло под дугой. Ты ничего не перепутал, Игорь? Я думал, вы в курсе Наташных соображений о страховке. Поблагодарить хотел. Глупо получилось. Зря я. А чего ты ждала, Ольга? Все логично. Все чертовски логично. Это не так. Это не так. Еще как так? На копеечках споткнулись, грохнулись. Что там, чин, кресло? Вот он, удар! Это не так, Юрочка, Юрочка, это не так. Этого не может быть, Юрочка. Этого не может быть, Юрочка. Этого не может быть, Юрочка, не может быть, не может быть. Ну почему же не может? Итог-то налицо. Наша доченька, она будет расти, мужать, и моих мелкотравчатых ошибок не совершит. Будь спокойна. Она умная, тонкая девочка, а я... Я просто Альхен. Кто? Один прохвост из 12 стульев. Болтун ты, Игорь. Наташенька, доченька. Георгий Георгиевич звонил. И Игорь вот заглянул. Ну и что? Ты принимаешь решение, не посоветовавшись. А о чем советоваться? О деньгах. Например, о страховке. Мне кажется, у нас общие трудности семейные.
Нас трое всего. Я пойду. Останься. Никаких тайн у меня нет. И ничего противоестественного в моих поступках тоже нет. Но, Наташа... Ты заговорила о деньгах, мама. Да, и о деньгах в том числе. Чужие мне не нужны. Это одни деньги. Деньги вашего должника. У вас проснулась интеллигентность, вам неудобно жить. И я помогу вам вернуть часть этих денег. Вот. Здравый смысл позволяет мне совершать самостоятельные поступки. Но есть и другие деньги. У нас случилась беда, правильно? Правильно. Ты вчера на кухне за завтраком сама сказала, что застраховала меня. От беды, от нищеты, от чего угодно. И ты совершила мудрый поступок. Но, мамочка, застрахована-то я, ваша дочь. У меня нет профессии, у меня нет доходов. Не вы, а я начинаю жить. И страховка нужна мне. Мне предстоит заново утверждаться уже вне зависимости от вас. А 3000 вам погоды не сделают. А для меня это разница. 2 или 5. Это разница. И хватит об этом. Но неужели мы будем ссориться за каких-то денег? Мамочка, папочка, это не в традиции нашей семьи. Не в традиции. Одевайся, Ольга. Пойдем гулять. Куда пойдем? Может, в кино заскочим на последний сеанс. А в какое кино? Хорошо попасть на дурацкую импортную комедию. Знаешь, очень помогает. Почище перепелиного помета. Какого помета? Без дерьма, говорю, перепелиного помогает. Идем. Ой, больно. Ты чего? Смотрю. Не надоело? Нет. Я тебя такой никогда не видел. Какой? Безжалостный? Мне самой трудно. Но только как иначе? Жалостью хочешь. Правильно. Так гораздо легче. Папе тоже сначала жалко было отставать от других. Потом ему жалко терять своего места. Потом ему нас с мамой жалко стало. Вдруг, если брыкнется, его могут с места турнуть. И семья потеряет многое. Вот он и не брыкался. Жил, как требовалось. А мамочка... А мамочка боялась разрушить в доме атмосферу благополучия и любви. Жалела свою доченьку, ее молодую психику. А муженек пусть как хочет. Игорек, ты же не Коленька. Ты же должен понимать, к чему приводит такая жалость. Надо все начинать сначала. На развалинах и без жалости. Да. Что да? Я боюсь тебя, Наташа. Ты на машину похожа какую-то. Давай подождем со свадьбой. Давай.
Только завтра ты будешь просить прощения за эти слова. Не буду. Будешь. Игорек, а ты меня бояться не будешь, если я дам тебе расписку в том, что со всеми буду поступать, как хочу, а с Игорьком Гребеньковым жалостливо? Хватит! Бессильно я верю, но я не могу быть таким! Родители меня таким не воспитали, ясно? Прости! Игорь! Игорь! Тебе не нравится, что я делаю? На цели-то от своей ты не откажешься. Из грязи бы в князи, вот твоя мечта. Ты придешь завтра и попросишь прощения. И я тебя прощу. Потому что любила тебя за целеустремленность. Ты слышишь? До завтра, Гребеньков. У тебя в сумочке нет ничего съестного? Ты что, проголодался? Да нет, чайкам бросить. А, нет. А то я боюсь, они нас сожрут. У меня ничего нет съестного. Ну, тогда пойдем. Куда? Куда?